Вот. Это мы откладываем шифером. Видел в роликах вашу работу. Вот я и по роликам привез, так бы я бы не. Я не знал, никто ничего не говорит, что вы делаете. А теперь мы пока нужен совет. Да, брат. Если оттуда брать, это поднимать. Я сейчас не могу, я видеосъемку веду тут. Приехали осматривать плотину. Попозже, брат, прости уж. Пробили туда дорогу. Там это место было нам разрешено. Это вот лесная вода у нас. А там мы ее засыпать даже не будем. Вот. Мы решили так, вот дамба доходим здесь, это все поднять, сейчас пройдем дальше. И вот этот верхний слой, его куда-то спихнуть, в любую сторону. И вот отсюда брать землю. И вот здесь, когда это все, вот это вот место, эта дамба повернет, и в ней сделаем тогда бетонный спуск. То есть резать как вот так вот? Да, то будет. Есть вот как вдоль, режь, вот. Это все наше пространство разрешено. Вот где-то мы убрали лес, прямо отсюда начинать. Ну-ка верхний слой куда-то в кучу одну сдвинуть. Здесь сделать полностью, сравнять, приподнять. Ну это главное, земля будет идти отсюда, с этой стороны. Зимой вначале там напихали, сюда глину напихали, туда все это выпихнули. И здесь потом в конце уже делаем эти слив. Слив потом уже в оконцовке сделаем. Да, когда это все утрамбуется, все, мы покажем, как мы делали. Приехала экология, у вас в один год сметет, 20 лет стоит, еще не сметено. Сделали железобетонные фартыки, все как надо. Мы все строители. Угу. Я когда-то дороги делал, работал в Иркутске. Так, ну вот это вы поможете, когда это будет сделано, ковырнуть и убрать. Да, подрезать. Да, потому что чтобы там пустоты не образовалось. Теперь смотрите, что мы делаем. Прорубаем туда вниз, и везде их шифер, а потом поднимать будет. Что это? Бобрины норы. Мы их раскапываем полностью, чтобы задавить сейчас. Их лепали. Вот где мы лепали на той стороне. Эти здесь деревья, как эти деревья, они ничего не боятся. Зимой, когда застынет, их скидывают и будут болеть. Вот это все бобры. Все норы раскопали, теперь можно там удавливаться. И так по самому низу идет у нас шифер. Тут уже поднимается. Надо поднять. Заходим там, где там. Это надо увидеть. Значит, вот где тополя. Тополя идут с другой стороны, которая делает это за дорогу. Вот она идет. Возвышенная дорога. И весной вода идет куда. Поэтому там нужно будет создать тоже нам. Вот это, который он отсюда вот выгребал. Был засушливый год лет 20 назад. И вон, видите, куда он вытаскивал. Мы очистили здесь камыш, что тут было. Деревья мы убрали. И он бульдозерис один работал. Большие деревья эти не тронуты. Видно, где следы оставались. Вот он где. Прошел днем и большого дерева. Теперь. Хоть немножко посмотреть надо. Там вокруг придется обойти, когда будет работать. Дальше не пойдем, вам сыро. Вот. Это что он оставил? Тут куда-то ничего не надо. Если зайдете оттуда, там будет видно, что куда спихнуть. И там можно будет брать землю. То есть отсюда можно будет? Да, и отсюда. И отсюда землю. И мы тогда здесь, когда все будет сделано, сделаем второй слив. То есть очень мощно весной. Ну не каждый год, конечно. Вот чтобы сразу не обрушилось, мы маленько поставили пригороду. Теперь мы убираем. То есть оттуда тоже берет, вытаскивает, а это уже потом надо будет отдельно вырезать. Он-то как бы бульдозером-то сильно не сможет такой слив сделать здесь. Вот такую канал. Нет, это сваливать будет? Не, он-то будет пихать, представляете, то есть он постоянно будет сюда напихивать. Здесь будет дорожка, здесь все будет заодно. Ну да. То есть потом надо будет либо маленький какой-нибудь экскаватор притащить, чтобы он тык-тык-тык прокопал вот эти места. Но у нас же широкая, я думаю, если отсюда закинули землю, то завалит все. И он вот завалит это все будет ровно. Ну, да. Оттуда будет все резать, и все будет сюда вот. Да, но только вот верхний слой-то, чтобы тут у нас мусор-то не было, не это, глиной, убрать его.
Нет, смотрите, можно сделать как? Вначале зелень, ну черный грунт убирается в сторону, вот сюда, допустим, в кучку определенную грунтуется. Да. До глины дошли, глину сюда выпихнули. Да. Потом черный распихали по местам. Но там уже не тронутая земля, где, и увидите, когда... Ну пусть она там тогда же лежит. Трасса. Ну. И к ней надо соединить. Да это там сделает все это. С двух сторон. Покажите там направление, куда он. Можно брать будет. Тем более земля тут у вас везде есть. Вот это уже тут поднимать надо будет. Вот видите, насколько поднимать дамбу? Насколько, может быть, на полметра. Здесь то есть фактически как бы там дорогу сделать, просто приподнять ее облагородить, чтобы она нормально была. Ну, вот и здесь чуть приподнять. Сделано. Плотина. Ее почти не было, когда она 20 лет назад здесь работала. Ну, по большому счету, то что вот напихивают, то есть убирают вот эти все бобриные ножки. Да, это подъем. Ну, все, кто спокойно просто заезжает и накатывает. Да. Даже просто посчитать в кубах это все это. Вот отсюда, если вот это вот брать, длина что тут, метров 50. 50 на 5 метров примерно, да? 250 и высота где-то полметра, где-то метр. Там кубов дальше 300, может быть метр много. Будет. Здесь больше... Кубов 300-400. То есть, соответственно, сколько бы здесь, вот насколько она ниже будет. Посмотреть даже надо будет, сколько будет. Ну, это надо будет по факту. То есть, начали пихать. Да. То есть, он, может быть, допустим, здесь побольше зелень уберет черная. Да. Кучку вот сюда, вот, допустим, вот тем же кирпичам. Вот. Там можно черную землю прямо вот сюда сдвигать, вот в эту яму. Она нам не нужна. А какая, пусть он тогда с черным пихает? Здесь черного вот такой слой. Он черный сюда вот выпихнет. Вот сюда, вот, допустим, начнет дорожку себе накатывать. И потом, пока глину будет таскать, то есть, может, ему проще сюда сразу. Черный сюда нельзя, потому что... Вам копать надо будет по-любому. Вот здесь черно будет, здесь будет закапано. Здесь по-любому, по-другому никак. Вам по-любому надо будет потом экскаватор какой-то, либо вручную откапывать вот этот слив. Нет. А как? У нас углубление-то будет небольшое. Знаете, на тот сейчас пройдем пруд, мы скажем, как мы будем делать. Ну, как... смотрите, вот уровень вот этого и вот этого практически одинаковый. Черный мы уберем. Будет глина. То есть, чтобы сюда глина попала, мы дорожку будем выстилать в любом случае. Ну, то есть, думаем, по-любому думаем, нарезать думаем и потом... Так, что здесь почти ничего не надо уже вот здесь. Ровно. Ну, вас, так я понимаю, что вот в принципе оттуда надо будет побольше выталкивать. Черного вот здесь. Вам благоустройство сделать надо. То есть, он даже не дамбу поднять. Дамбу поднять, там она низко. Там оттуда и оттуда и пихать. А здесь это уже достаточно будет. Ну, но смотрите. Нам нужно здесь глины вот это вот соединить. Потому что в ней мы будем тогда копать корыто сразу же и бетонеры делать корыто. Я говорю, что здесь глина будет, вот. Здесь засыпана будет глина. Вот, да. Здесь вся до самого основания глина должна быть. Здесь черноты никак, значит, она просто промоет. Поедемте на тот пруд, сейчас посмотрим. Ну, там далеко. Вот это вот все сравнять. И увидели, что намного больше работает. Здесь нам проще закрыть. Сделать, как она идет. Писаться в этот естественный ход воды. А потом, что мы убирали глины, потом попросим вас проехать, чтобы повыливать такие. Глины, которые остались, они небольшие. Так, мы сейчас проедем вот на этот пруд. А это как? Его поднимать надо. Там вот пруд проедем. Вот, который... Мы его, и как мы будем делать? А может, пешком пройти? Не пройдем пешком? Мы сейчас вот вокруг объедем и прям к вам. Это как полуостров здесь. Да, покажите, сейчас вот там дамбу надо будет поднимать. Да. А откуда земля будет? А вот, да, с той стороны? Пойдем, там подъехать надо будет обязательно.